Для Василия Ломаченко ближайший бой будет одним из самых сложных в карьере, ведь он будет драться с молодой версией себя. Лупесу 22 года, он дерзкий, плюющий на былые устои и общепринятые правила. Таким же был и Василий, когда переходил в профи. Разве может парень, не дравшийся на профи-ринге ни разу, сходу требовать у Боба Арума титульный бой? С условием здесь и сейчас. Арум, которому в декабре исполнится 89 лет, является одним из самых влиятельных людей в мировом боксе. Он устраивал бои еще Мухаммеду Али, а здесь молодой украинец диктует ему, старому волку, свои правила. Вот нахал, подумал Арум. Даже Али себе такого не позволял, но главе топ-ранка ничего не оставалось, как выполнить просьбу Василия. Ломаченко перед переходом в профи был ограненным бриллиантом. Это понимали все, это понимал и сам украинец. Василий Ломаченко, вы сегодня, я считаю, один из лучших, не один из лучших, а лучший боксер этой эпохи. И Василий Ломаченко, который... Я как старший тренер был в молодежной сборной, проходил у меня 2 года, когда мы выиграли чемпионат мира в Марокко, когда он в этот же период уже выиграл, и это был 2005 год, когда он выиграл молодежником в Одессе чемпионат Украины среди взрослых. Естественно, уже в того времени боксер заявил о себе. Я очень уважаю семью Ломаченко, отца и сына. Мы вместе и работали вместе, и я знаю эту семью. Когда Василий еще только начинал свою карьеру такого великого боксера. Поэтому он очень скромный человек, он очень скромный спортсмен, так же, как и отец. Поэтому я уверен, что этот бой будет интересный. Я уверен в победе Василия, потому что на сегодняшний день, я не знаю, наверное, равных нету. Василию Ломаченко и Александру Усику. Это вообще такая плеяда боксеров, за которых мы все гордимся, и вся страна ими гордится. В США Лопеса любят и обожают не менее, чем Ломаченко на родине. Для американцев Лопес свой парень. Он вырос в Бруклине и за свое светлое будущее боролся с самого детства. Он с самых низов. Еще несколько лет назад вы мало что слышали о нем. Лопес ворвался наверх боксерского олимпа за считанные годы. Он заставил говорить о себе во всем мире. С помощью результатов и, конечно же, трэш-тока. Да, в какой-то мере не лучшим образом. Лопес неоднократно оскорблял Ломаченко и делал это публично. Но делал без злости, а чтобы привлечь внимание к себе и к потенциальному поединку. Своим поведением Лопес напоминает школьника-пакостника, который, если приходит на уроки, то обязательно хулиганит, дергает за косички девочек и говорит какие-то глупости учителю. Но делает это не из-за злости, а чтобы поддерживать имидж крутого хулигана. Иначе пацаны не поймут, он должен быть дерзким. Мне кажется, после боя он будет балаболом. Извините за мой русский. Он не ответит за свои слова никак. Василий его разберет, мне кажется, очень легко. Ну, мне так кажется, понятно. Тимофеев тоже парень непростой, бьющий, все дела. Но за свои слова он в этом бою не ответит. Я думаю, що поєдинок буде дуже конкурентним на високих швидкостях. Я вірю в те, що Василь його декласує. Після 7-8 раунду він його просто переграє, передурить, фізично, тактично переграє його. Взвешивая все за и против, все же сейчас явным фаворитом является Василий. Он опытнее, его аматорский бэкграунд и количество титулов и побитых рекордов говорят сами за себя. Просто зараз моїм улюбленим боксером є Ломаченко. Цей хлопець витворяє у рингу щось неймовірне. Він звір, який перемагає своїх суперників, пританцьовуючи. Кожен бій цього українського хлопця – це вистава. Люди через це і ходять на його поєдинки, і навіть я. Повірте, у своєму житті я бачив багато крутих хлопців. Але цей беззаперечний номер один. Ломаченко вища класа. Ломаченко вища, як боксер. Ломаченко, тобто, у всіх компонентах він просто цього противника. Я думаю, що Василій... Я уверен, что он должен уверенно разобраться. Время Лопеса еще придет. Он классный парень, трудяга и счастливчик прямо сейчас. Возможность драться за звание абсолютного чемпиона против бывшего первого номера Pound for Pound – это уже предел мечтаний для кого-то. Но не для него. Он хочет побеждать. Но всему свое время.